Ае! Друзья, здравствуйте всем, привет всем! Приветствую вас на канале Reaction First Feel. На всякий случай напоминаю о том, что нужно подписаться на twitch.tv/firstfeel, на телеграм-канал mfirstfeel для того, чтобы следить за стримами дальше. Сегодня очень мощная пятница, и мы сегодня будем слушать уже третий трек. Это инстасамка Тяги. Обыгрыш мема, который уже сидит вот здесь лично у меня, не знаю, как у вас, но я уже не могу нахуй слышать мемы про Тяги. Вот, не знаю, как вы, но я прям дико с этого начинаю триггериться. Но трек инстасамки — это залог того, что это будет топ-5 чарта. И мне интересно, что они там сделали, учитывая по сниппету, насколько я помню, там был некий Jersey Club. Jersey Club. Поэтому давайте заценим, что там все-таки сделала Даша инстасамка и Олег Манекен. Да, это Jersey Club сейчас будет. Погнали! Гуччи тяги, бархатные тяги, мотыга и купюры, зеленый как васаби. Детка, делай, и делай сапи-тапи. Делай до тех пор, пока тебе не скажут хватит. В моей кардиограмме читается, что я маме. В моем джусе палате, поверь, не капли с деньгами. Я все кардио украла, ты меня ждешь, я банана. У меня клипы за лямы, мой бести Саня Романов. О боже, что за тяги, мои гуччи тяги. Тяги, они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентьяги. О боже, что за тяги, мои гуччи тяги. Тяги, они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентьяги. Блять, да покажите мне нахуй хоть одного артиста, который ебанет Jersey Club подобного характера, и это, скорее всего, завтра будет топ-5, блять. Ну это же вообще угар какой-то. Тяги, мне муж купил ванье. Каждый день как выхи, тусим как будто психи. После таких выпьем, звони своей врачихе. Я удаляю сторис на утро после тусы. Но наши фото с этой пати видел каждый юзер. Да, мои мозги меньше моей груди. Я поставила импланты, чтобы ими трясти. Эй, детка, отойди, не наступи мне на тяги. Ты за это не шаришь, что это Balenciaga. О боже, что за тяги, мои гуччи тяги. Тяги, они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои Balenciaga. О боже, что за тяги, мои гуччи тяги. Тяги, они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентьяги. Тяги, мне муж купил ванье. Бля. Во-первых, вы заметили, что у инстасамки стали, ну, типа, хорошие тексты? Мне кажется, вот реально. Ну, в плане, тут есть какие-то даже закосы на панчлайны. Я? Как вам вот... Вот эти две строки, например. Это даже не кринж, это испанский стыд. Что же случилось? Ну, такое перестал ее слушать как-то не мое вообще. Ну, бля, Даша легенда, по-моему. Типа, потому что найти в себе яиц, когда ты артист тир-1 уровня с уже, типа, общепринятым стилем и просто ебануть Jersey Club про бархатные тяги, это достаточно антихайп, по-моему. Типа, вполне себе. Это ответ Кнатис, baby, baby. Постоянно хочется кифтебе добавить вместо муж купил. Ну, блядь, видите? То есть, как бы, эта песня на самом деле-то вызывает же эмоции. Ну, типа, насколько ее заслушают в плеере, я хз, но зная то, что это трек инстасамки, поверьте мне, в каждом клубе, блядь, эта хуйня будет играть. В каждом нахуй клубе. И все будут стоять такие, кифтебе, вот эти люди, которые этот мем до сих пор используют. Ну, реально. Это вот эти люди будут сейчас кайфовать дальше с этого. Последние песни были объективно крутые, если это угар, норм, но не думаю, что она в чарте будет, плак заебывающий. Это не плак, это бас FM-овский. Но, блядь, я уверен нахуй, что это будет в чарте. Забьемся нахуй, это будет в чарте. Я вам отвечаю. В 17.03 только Окси Баркула ставят, ни разу не слышал там инстасапки. Я там слышал инстасапку даже год назад. Короче, что я могу сказать? Смешно, что... Смешно, что они могут себе такое позволить. Я не знаю ни одного артиста, кто может себе такое позволить. В этом плане они охуенны. Песня не моя, прямо скажем. Но по угару для, так сказать, для братишек из регионов, мне кажется, можно ее с кайфом ставить. Но для меня эта песня, знаете, как девочка Wednesday. Типа, вот это вот просто прикол. То есть, если жара, отключаю телефон и всякое такое, это песни, которые на полном серьезе можно с кайфом ставить в клубах, они будут заходить, то вот это прикол. Но это изначально прикол про мем. Это изначально прикол про мем. Поэтому хули тут еще ждать? Даша, Олег, респект. Все, что я могу сказать.